второй день. Вот. Экипаж живой. Живой. И к плаванию готов практически. Не регламентировано. Но выйдем. Волшебные слова произнесены. Давай по пивку. Вот по пивку может. Любуюсь от двери нашего дома красотой природы нашей. Как это было так? Особенность национальных рыбалок. Я вдруг подумал, а почему в голове так все мутно? Природа какая, да? Это день первый. Мы встали. День-то уже, да. Причем в полном смысле слова встали. Я приготовил яичницу. Что сейчас врать? Да. Вчера подняли флаг. Вон там? Да. Поставили баню, умудрились. Это мы пытаемся уйти на рыбалку. На улице дождь. Подвесил лодку, повесил. Поливает поменьше. Но выползли все-таки. Все-таки мы выползли. Дождь, потому что идет не прекращаясь, вот то меньше, то больше. То есть не имеет смысла сидеть просто так. Перебороли революционное настроение. И мы отправляемся на рыбалку. Мишка оптимист. Да, да, да. А мне хоть раз ходить, блин. Это... Просидим неделю. Блин, как они закрыли-то, я не могу понять. Чё? Да канистру не могу открыть. Лапку обжимаешь. Отжимай. Лапка, боковая. Тебе надо нажать. Лапочку. Вот, 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 вот. Внизу лапка, она фиксирующая. Да, 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 да. И открывай потом. Я так взял. Я такой. Так, собираемся, пришли, вот солнышко проглядывает начало, осеннее, сентябрьское, первое солнце в сентябре. Это ненадолго. Но, во всяком случае, над Федосовской, над Карповской сейчас солнце. А что будет нас дальше ждать, мы не знаем. В этот раз ребята меня не пустили сюда прокатиться. Сказали, да ну нафиг этих экстримов. И лодки дотащили сюда вручную. Накачались, сейчас будем рыбачить. Речка мелкая. Тут все вытоптано.
выхожен. Первый раз бросаю эту снасть. Да, с берега забрасывать не шибко удобно. Ну вот, была мечта идиота. Сашка, будешь кариуса дрючить? Ты будешь кариуса дрючить? Ты будешь? От лентяй, блин. Вроде да. Горит же, да, камера? Снял, да. Первый сбитый. Какого воблера, Андрюш? Андрей, а? Какого ловил? Тему, что ли? На северную, да? Ну, у меня ничего подобного тебе нету. Смотри, у меня. Что у меня северная? Рыба есть. Ты отвечали, вы здесь? Да? У тебя же палочка. Рубалочка. Он стоял около порога. Ну, тут порога громко. Мне кажется, что мой этот бульбулятор, блин, наверное. Так, я вологуночку. Попробуй бензер, но без хвостов. Не-не-не, жать у этого маленького. Мальчик встает. Блять, не нравится мне. Смотри, как хвостно, да? Да, вообще. Ебать. Смотри. Видишь, ты летел, ничего нет. Она гребет всю траву, блин. Слушай, вот смотри, это лопасть. Нет, не для речки или нет? Чего? Нормально все. Все по идее нормально. Единственное, что ты пока больше не нашел. Доверить, да? На часик еще. Попробуй на эту. Поменяй, потом снова поменяешь. Видишь, эксперимент. Я ее поставлю, где ты будешь эту. Рыбу ловить. Где на удочку будешь сидеть, я ее там поставлю. Это же лишний эксперимент.
первый. Да вам просто чтобы все кончилось, отделаться от этого дела. Короче, поймали это самое, я для камеры уже поймали первую щучку, едва спустились, Андрюшка поймал. Покажи, да. Конечно, небольшая, но ну, она и не маленькая. Да, такая. Средненькая. Вот, хорошенькая. Рыбатенько зажрались. Да, вот сразу Саня ушел хариуса искать. Тут еще два паровоза на меня курят в одну сторону. Ну, что же, да. Бери бутерброд. Ну, уже ты его там выпроводил туда. Вперед. Вода светлая. Сашка, ты идешь? Нет, Саша. Разве ты можешь? Золотой теленок. Все, все. Какая правда? Тщательно пережевывай пищу, вы помогаете обществу. Это как столовые. Так точно. Да. В этот день, Бог послал. Ну, пробочку. И сиротский пом съели. Это 12 хлеб. Это 12 хлеб. Все, цепляю. Рыба ведь не ожидал от нас такого. Мы раз и перестроились. И по-другому сидит. А? Поставь другого. Хариус, давай чистить соли будем есть. Вообще замечательно. Диана, мы его съедим без тебя. Да. Мишка, съешь. Ну-ка, Мишка, съешь. Только в прошлом. Это же Виталий. Ну, делай фото. Да у тебя... Уже спарить. Идет чего-то, нет? Видео снимается. Да, видео снимается. Секунду уже. Уже только поздно, конечно. Чё поздно? Тяни, тяни, тяни. Чё есть, то и ловлю. Лёха на него поймал бичу. Мне его разловил. Лёшка Молтиновский. Вот на это поймал бичу. Это приятный такой, тоже интересный. Опять третий хоп, да что ж творится такое, а? Чё, маленькая, нормальная? Сычков нас обманул.
метр на кого ты меняешь? Не больше. Нормально. Да, конечно, та же самая. Раз увидеть, как на него ловится. Достал? Нет. Главное, извини, что пьем. Да, куда идти-то? Может, ты сплаваешь, пока мы тут стоим? Видишь, Миш? Отпусти. Благодарствуем. Подожди, подожди. Да. Давай, 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 давай. Жабры ей расправь. Шла? Сейчас я ее поймаю. Перестраховался.
Так, спокойно. Придется мне выходить. GoPro 105 нет. Я себе тут перепад делали, блин. Как нам это с газовой плитой? Блин, зря я тут, наверное, затеял это дело. Все до кучи, да? Так, стоять, все, стоим пока. Сейчас закипит. Поедем дальше. Давай, закипай. Он тонущий. А он сыпет. Но очень крупную щуку. Была бы ты щука, а не коряга. Дед, блин, это самое. Вот что значит он нету. У меня лучше получается, чем у меня, блин. Папка у него, потому что. Ты точно на хлебушка? Да, я думаю, наверное, хлеб его. Что там получится, что-нибудь. Вы голодные просто. Я не старался. Будешь на хлебном сборе? Кстати, да. Почему нет? Да, у него самая крутая ложка. Я сейчас буду стопкой есть. Тоже вариант. Стопку только. Надо же наливать что-то. Раз. Хоба, на ваше здоровье. А, я не взял пиво. Все вкусненькие, да? Я смотрю, а когда Саня не выкладывает ничего, ну на рыбалку не ездит там или что-то, чтобы все уже, ну нет ничего новенького. Я смотрю у другого мужика, он по часу 15 выкладывает. Да.
Любой мужик, держи. И это самое... Черт, куда? Совсем другой мужик, держи. И огурчика, вот огурчик. Да. Ты же огурчик не ешь. А он такой ест, соленький ест. Я свежий ем. Ты знаешь, что огурец в жопе не жалеет? Ну, держи. Спасибо. Ну, мальчики, давайте. Господи. Мальчики. Нам пойдет. Не такая уж она и маленькая. А, пойдет. Я боюсь, он зацепил меня. Думаешь? Да. Зацеп. Вот еще. Это наша щука. Это наша щука. Во, это наша щука, блин. А? Так это место такое, да. Это окунь? Давай. Ну хорошо. Потренинговали? Давай. Хоп. О, о, Виталик, блин, затренинговал. Ушел. От нуля. От нуля. Да. Что, хорошо захватил? Не, он как бы типа рот. У тебя шнурок? Кому если завешивал? Вон там спустится вниз. Ну давай. Кому же я? Не-не-не, тут камень. Вот и сюда. Аккуратно. Да я понимаю. Он же пьяный, сволочь!
Не греби, не греби ты, блин. Часика не хватило, блядь, всего лишь часика, блядь. Станем, кидаем. Мешаем друг другу. Тоже я нравлюсь. Виталий, что у тебя за плеер? Он играет. На вот я стык. Оп, ой, есть. Шнурок опять, чего? Да шнурок, что там? Заканчивается первый день рыбалки. Да. Погода была разная. У них прям тащит в темноте. Тащит в темноте, что-то там. Тащит, смотрите. Опа, борются. Да, не надо матюгаться, не надо ругаться, блин, надо просто вытаскивать. Темно уже, но продолжаем немножко бросать, оставляем тут лодки и идем домой.